Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим банановый кекс. Для приготовления нам потребуется 230 грамм муки, 2 отборных яйца, 120 грамм сахарного песка, 25 грамм какао-порошка, 100 грамм мягкого сливочного масла, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, а также 400 грамм бананов в кожуре. Бананы измельчаем в пюреобразную массу с помощью погружного блендера. В получившуюся массу добавляем мягкое сливочное масло и превращаем в однородную массу. Теперь сюда же добавляем сахарный песок и 2 яйца. И еще раз все перемешиваем в однородную массу. Осталось добавить какао-порошок, муку и разрыхлитель. Сейчас жидкая масса имеет такой сероватый оттенок, это из-за бананов. Добавляем сразу и какао, и муку. Добавляем разрыхлитель. Аккуратно все вымешиваем с помощью лопаточки в одном направлении снизу вверх, чтобы не было комков. Тесто для кекса будет готово. Вот такое тесто по консистенции должно получиться, достаточно густое. Будем выпекать. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом, дно и бока. Выкладываем все тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме мультиповар 125 градусов или режим выпечка 1 час. Выбираем режим мультиповар 1 час и температуру 125 градусов. Нажимаем старт. Через час кекс будет готов. Прошел час. Вот такой очень ароматный банановый кекс у меня получился. Отключаем подогрев и через 5 минут будем доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. Кекс лучше оставить остужаться прямо на корзине пароварки. Кекс остыл. Давайте посмотрим, как он выглядит в разрезе. Сверху я его украсила сахарной пудрой небольшим количеством. Вот так вот он выглядит в разрезе. Как вы видите, он хорошо пропекся, достаточно высокий и очень ароматный. Кекс получается не сухой, в меру сладкий и очень-очень вкусный. Думаю, многим он понравится. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Приятного чаепития и до новых встреч!